Возрождение серии «Принц Персия» состоялось в мае 2003 года на международной выставке видеоигровой индустрии E3, где новая часть получила подзаголовок «The Sense of Time» — «Пески времени» и титул лучшей приключенческой игры. Создание продолжения являлось рискованным шагом, так как у старожил игровой индустрии в памяти еще остался осадок от провальной игры «Принц Персия 3D», а юные геймеры не были знакомы с таким столпом жанра, как «Принц Персия». Приняв во внимание ошибки прошлой части, Ubisoft вступили в контакт с Джорданом Мехнером. Он выступил в роли консультанта и создателя общей концепции игрового мира. Это отразилось на атмосфере принца, в некоторых чертах главного героя. Также в команде были люди, участвующие в разработке Splinter Cell, лучшего проекта студии Ubisoft Montreal. Разработчики продолжили традиции первых игр серии. Как и в прошлых «Принцах», главный герой бегал по замку и сражался со стражниками. В исполнении студии Ubisoft «Принц Персии» стал проектом самого высокого класса. Сюжет «Песков времени» повествовался от лица самого принца, из-за чего у игрока складывалось ощущение, что он слушает одну из волшебных восточных сказок. В случае смерти главного героя от рук песчаных монстров или из-за падения с уступа, принц останавливал свой рассказ и говорил: «Нет, все было немного не так». Игра изобиловала мелочами, которые заставляли игрока верить в реальность происходящего на экране. После отмотки времени рядом с принцессой, игрок слышал ее жалобы на странное чувство дежавю. Разработчики уловили ту самую маленькую искорку, которая заставляла сидеть игрока до самого конца истории. Именно этого эффекта и хотел добиться Мехнер, делая своего первого принца. Основным элементом игры являлась акробатика. Игра позволяла совершать невообразимые прыжки, которые попирали все законы физики. Принц с готовностью мог пробежаться по стене, отскочить от нее и зацепиться за уступ, далее, отпрыгнув от него, в эффектном полете вцепиться в колонну и съехать вниз. Плавность анимации в 2003 году поражала. Такой проработки не было больше нигде. Следующим важным элементом геймплея в «Песках времени» являлись битвы с песочными монстрами. Отличительной особенностью боевки в «Принце Персии», в отличие от проектов этого же жанра, являлась ее продуманность. Для победы над врагом, как и в прошлых частях серии, требовалась реакция и точный расчет. Сражения происходили на своеобразных аренах, где поочередно появлялись группы противников. После того, как принц уничтожал всех врагов, камера кинематографично подлетала к нему, показывая, как герой убирал оружие в ножны. Визуальная часть боя выглядела так же качественно, как и акробатика. Прыжки через врагов, парирование ударов, эффектное отбивание. Однако реализация боя оставляла желать лучшего. Начиная с тупых врагов, которые могли получать порцию ударов и при этом ничего не делать, малого количества приемов для умерщвления врагов, и заканчивая ужасным автоприцеливанием, из-за которого принц вместо того, чтобы добить монстра и пополнить запас песка, бросался на свеженького противника. Основным новшеством игры стал кинжал времени. Он давал игроку возможность полностью останавливать или замедлять время, что было еще во всем известном Max Payne. Но главной возможностью кинжала стала отмотка времени, которая давала игроку еще один шанс, возвращая время на 10 секунд назад. Для использования возможности кинжала принцу был нужен песок времени, который он собирал в свое оружие, убивая монстров, или восстанавливал у специальных источников. Графика для 2003 года была на весьма приличном уровне. Разработчики не гнались за рекордами по количеству полигонов на одну модель и техническими наворотами. Они сделали ставку на дизайн уровней и не проиграли. Каждая локация являлась шедевром, где каждая часть интерьера стояла на своем месте. Смоделировать столько интересных и разнообразных локаций, при этом ни разу не ударившись в самокопирование, это заслуживает только самых лестных похвал. Саундтрек «Принца Персии» не отставал по качеству от игры. Он замечательно подчеркивал геймплей и атмосферу.
Звук стал завершающим штрихом в картине, которая была составлена разработчиками. Что интересно, главный злодей, советник индийского правителя, называемый визирем, не мог носить этот титул, так как он был распространен в мусульманских странах. Злодей из первых трех игр был советником персидского султана и по праву назывался визирем. Кроме того, во время игры наблюдательный игрок мог обнаружить так называемые пасхальные яйца. Оригинальная версия игры содержала около 5 таких секретов. В русской же версии от фирмы Акела осталось всего одно секретное место. В самом начале игры, если ввести определенную комбинацию клавиш, можно было попасть в подземелье, как две капли воды, похожие на первый уровень из принца 89 года выпуска. Остальные секреты, две спрятанных комнаты и две мини-игры, полные версии «Принца Персии» и «Принца Персии 2», остались за пределами русской версии. Локализация текста игры держалась на весьма приличном уровне. А вот с переводом того, что говорят персонажи, Акела, к сожалению, не справилась. Пара! Ты ждала здесь все это время? А я просто не понял, что ты имела в виду эту ванну. Я думал о другой ванне, о той, что находится на другой стороне города. Я хорошо искупался и смазал волосы благовониями. Как жаль, что тебя там не было. Да хватит говорить сама с собой! Игра начинается с того, что государь Персии Шахраман под покровом ночи подводит свою армию к городским стенам столицы Индийского царства. По договоренности с государем ворота открывает визирь индийского правителя. Советник согласился предать своего государя за символическую плату. Он выберет любой трофей из сокровищницы захваченного города. Армия Шахрамана входит в столицу, и спящий город просыпается от лязга мечей и криков раненых. Главный герой остается безымянным и называет себя сыном Шахрамана, великого государя Персии. Принц решает не вмешиваться в кровопролитное сражение на улицах города, направляет своего боевого коня к сокровищнице Махараджи, чтобы достать свой первый трофей, самую ценную вещь, которую он сможет найти. Преодолев сопротивление стражей, наш герой пробирается внутрь сокровищницы. Песок. Принц захватывает поразительный кинжал, способный управлять временем. Довольный своей находкой, сын Шахрамана возвращается с трофеем к отцу. Отец! Я принес нам честь и славу! Ваше Величество, вы обещали, что я смогу выбрать любое из сокровищ Магараджи. Я выбираю этот кинжал. Ну ты же не можешь отнять у него трофея его первой битвы. Ты можешь выбрать из остальных сокровищ Магараджи. За исключением этих песочных часов. Они станут замечательным подарком султану Азада. И за исключением этих экзотических животных для его зверинца. Да, этого должно быть достаточно. Я хочу, чтобы ни одно животное не пострадало, пока я не выбрал их. И пусть все знают, король Шахраман — милосердный победитель. Нельзя доверять человеку, предавшему своего пленителя. И нельзя брать его к себе на службу, он может предать и вас. Я познал мудрость этого изречения на себе в тот день, когда мы прибыли в Азад в качестве почетных гостей султана. Друг мой, твой визит — великая радость и честь для меня. Если бы только ты дал мне время подготовить соответствующий прием. Сокровища Азада известны во всем мире. И... Но лучше еще впереди. Я дарю тебе песок времени.
Да будет дружба между нашими королевствами столь же долгой, как само время. Песок. А почему он светится? Я могу сказать вам, внутри этих песочных часов находятся сокровища, подобных которым не видела еще ни одна живая душа. Только кинжал может открыть песок времени, и он принадлежит человеку более великому, чем я. Юному принцу, который более дорог своему отцу, чем все богатства Индии. Возможно, он сделает одолжение. Нет. Нет. Остановись. Во время своего первого боя принц узнает, что с помощью кинжала он может убивать песчаных монстров, освобождая души людей от песчаных оков. Наш герой находит песчаный фонтан, бьющий из пола. Он притягивает принца к себе. Коснувшись его, сын Шахрамана отключается, а во сне видит отрывки будущего. Очнувшись, принц замечает убегающую девушку и начинает за ней погоню. Вскоре безымянный герой находит принцессу, и у них завязывается разговор. Отдай мне кинжал! Кто ты? Я Фара, дочь Магараджи, у которого ты украл его. Это все ты наделал! Я видел, как мой отец превратился в песок. И мы разделим его судьбу, если ты не отдашь мне этот кинжал, чтобы исправить то, что ты сделал. Твой вероломный визирь говорил то же самое. Но теперь я не доверяю никому, кроме себя. Беги! Возвращайся в приемный зал! Жди меня там! Беги! По пути в приемный зал, принц замечает, что песчаные птицы уносят часы в башню рассвета. Добравшись до зала, сын Шахрамана видит, что на Фару напали песчаные монстры. Фара! Фара! Вернись! Фара! Завязывается бой, где юный герой убивает своего отца, освободив его от песчаного проклятия. После тяжелой схватки и очередных видений, принцесса рассказывает принцу, что все, что произошло, можно изменить. Надо только добраться до часов и закрыть их, тем самым вернув песок внутрь. Фара и принц начинают долгий и сложный путь к башне рассвета. Со временем сын Шахрамана понимает, что Фара ему не безразлична. А вскоре молодой герой узнает, что эти чувства взаимны. Любовь моя, пожалуйста, не оставляй меня. Как ты назвала меня? Это не важно. Важно то, что я знаю, как нам добраться до башни рассвета. Конечно, песочные часы. Хорошо, но на этот раз не отставай от меня и запомни, я не буду искать тебя целый день. Пробравшись в башню рассвета, они обнаруживают песочные часы. Принцу остается лишь закрыть их, чтобы вернуть все на место. У тебя получилось!
Возьми кинжал и ударим в центр купола. Армия моего отца разграбила твой дворец, сделала тебя рабыней. Что? У тебя есть все причины ненавидеть меня. О чем ты говоришь? А теперь ты хочешь, чтобы я поверил тебе? Не останавливайся, у нас нет времени. И дай мне этот кинжал. Кинжал! Он не должен взять кинжал! Я стоял лицом к лицу с моим врагом. Я смотрел в его глаза. И я потерял... все. Рок. Как ты мог? Кинжал был в твоих руках. Почему ты колебался? Ты считаешь себя умнее всех, но ты ничуть не лучше других. Эти солдаты. Все, что они могут, это сражаться и уничтожать. Почему я доверилась тебе? Почему ты не поверил мне? Извини. Где ты? Я здесь. Возьми мою руку. Не уходи. Я не хотела говорить этого. Нет, ты права. Все это произошло по моей вине. Я жаждал чести и славы. Это я навлек эту беду на нас. Ты мужественный и добрый. Если уж такова наша судьба, по крайней мере, кинжал будет похоронен вместе с нами. И мы навеки будем вместе. Что это? Ничего. Ты дрожишь? Я просто не люблю замкнутые пространства. Должен же быть какой-нибудь выход отсюда. Когда я была маленькой, моя мама сказала мне секретное слово. Она сказала, что когда мне будет страшно, мне нужно просто произнести это слово, и откроется волшебная дверь. Я никому не говорила об этом. Я понимаю, почему. Это самая несерьезная вещь, что я слышал. Что это было за слово? Какалукия. Какалукия? Это ты сделал это? Нет? Фара? Сын Шахрамана следует за Фарой по винтовой лестнице, а вскоре выходит в странный зал со множеством проходов. И лишь один из них ведет принца к индийской принцессе. Как прекрасно! Иди сюда! Какалукия. Это было реальностью? Или сном? Если это был сон, то этот сон снился нам обоим. Я знаю, что это было так. Фара. О, нет! Проснувшись, принц обнаруживает, что его оружие и кинжал были украдены Фарой. Решив очередную загадку, безымянный герой получает новый меч и отправляется в погоню за принцессой.
Найдя ее, принц видит, что Фара попала в ловушку к песчаным монстрам. Фара! 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 Какалуки! Фара! Фара! Нет! 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 Отдай мне этот кинжал, и я дам тебе силу. Вечная жизнь станет твоей. Жить вечно? А те, кого я любил, будут мертвы по моей вине? Нет. Я выбираю смерть. Не бойся. Это принадлежит тебе. Кинжал времени? Но он должен находиться в сокровищнице моего отца. Как? Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить тебя. Они ошибаются. Время — это штормовой океан. Ты можешь спросить, кто я такой и почему я говорю это. Присядь. И я расскажу тебе историю, подобной которой ты еще не слышала. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, и поэтому-то я и здесь. Чтобы предупредить тебя и твоего отца, чтобы он арестовал этого вероломного визиря до того, как он предаст вас и принесет беды нам всем. Его сигнал — огненная стрела, выпущенная в небо. Остановите его, и армия моего отца поймет, что предательство было раскрыто. Они повернут назад. Бог мой, меня посетило предвидение. Персидский солдат, жаждущий славы, проник в покои дочери Магараджи и был убит мною. Ваше Величество, ради вашей же безопасности я предлагаю вам бежать. Визирь читает заклинания, призывая своих двойников. Лишь убив последнего из них, принц наконец добирается до злодея. Конец. Так это правда? Он действительно был предателем. Возьми это. Верни его в сокровищницу твоего отца. Храни его. Я благодарна тебе. Но зачем ты придумал такую фантастическую историю? Ты думаешь, я ребенок и поверю в такую чушь? Я сказала, что благодарна тебе, но не более.
фантастическую историю. Ты думаешь, я ребенок и поверю в такую чушь? Ты права. И это всего лишь сказка. Подожди. Я даже не знаю твоего имени. Называй меня просто. Как Калуки.